городской поликлинике Каспийска с 6 по 12 марта проходит День открытых дверей, приуроченный Всемирному дню борьбы с глаукомой. Любой желающий может пройти обследование на наличие заболевания. Глаукома – это периодическое или постоянное повышение внутриглазного давления, характеризующееся понижением остроты зрения, атрофией зрительного нерва и изменением поля зрения, сужением поля зрения. В основном от глаукомы страдают люди после 40 лет. На развитие данного заболевания влияют следующие факторы – переутомляемость на работе, курение, алкоголь и ночные дежурства. Стоит подчеркнуть, что у патологии имеется 4 стадии. Существует 4 стадии глаукомы – начальная, развитая, далеко зашедшая и терминальная. Терминальная характеризуется тем, что она уже в стадии слепоты больные. Выявляем больных мы. Должны выявлять первой-второй стадии. В этой стадии больные выздоравливают, мы можем их вылечить. А в третьей-четвертой стадии глаукома уже не излечивается. И вообще глаукома – это заболевание хроническое, она лечится, наблюдается в течение жизни больного. Глаукома зачастую появляется у людей с гипертонией, сахарным диабетом, а также заболевание может передаваться по наследству. Первые симптомы болезни просты. В основном это радужные круги, боли в глазах и понижение остроты зрения. Если диагноз глаукома установлен, мы его ставим на учет. Должен неукоснительно соблюдать все наши рекомендации закапывания капель, так как рекомендовано в больнице. Больной этот должен приходить 4 раза в год на обследование. И если мы выявляем, что глаукома нестабильная, повышение ВГД продолжается, мы таких больных направляем в больницу на хирургическое или лазерное лечение. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».